В ближайшие дни у любителей астрономии появится возможность наблюдать красивое астрономическое явление даже без использования телескопа. 7 мая состоится уникальное полнолуние. Это, конечно, штатный такой вот процесс. Он происходит все время, но в данном случае Луна будет находиться как бы ближе к Земле, чем в другие временные отметки, когда тоже мы наблюдаем новолуние. Благодаря этому естественный спутник Земли окажется ярко освещен. Если небо будет безоблачным, то полюбоваться красивейшим явлением сможет каждый. Несмотря на схожесть описания явления с лунным затмением, ничего общего у процессов нет. Прямая это не означает, что все прямо эти три объекта находятся точно на прямой линии. Просто полнотень Земли и полутень Земли, они на Луну не заходят, хотя, еще раз повторяю, практически все три этих небесных тела находятся на одной прямой линии. Полнолуние начнется 7 мая около 14:00 по московскому времени, но его можно будет увидеть и ночью. Лунные затмения же, по словам профессора, стоит ожидать 5 июня, 5 июля и 30 ноября. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.